Второй цикл. Утро. Сегодня какое число? 6. На улице погода не очень. Поэтому в зал зашли. Заряд. Что за телефоны вам звонят? Взвесились мы с утра. Кто-то выходные активно провел, что же в кадр не влазит. Коврики видите у нас? Мы как полупрофессионалы. Тот цикл первый вы не посмотрите, потому что видео удалилось. Ну, в Инстаграме, кто за нами следит, мог это все видеть. Сейчас у нас тут небольшие железки, побегушки. Вечером мячики. Командные приседания. Разобьюсь по станциям. Старшие девочки здесь работают. С малыми весами. Средние здесь. Слабее вообще здесь. Ничего серьезного. Легкие веса. Круговая. Младшая команда вышла из отпуска. Не все, правда, но все равно уже плохо. Старшая группа тренируется уже вторую неделю. Это только сегодняшний день. Сегодня 6 августа. На улице холодно, поэтому в зале работаем. Чуть-чуть стол потворим. Учимся работать с мячом. Сейчас весь август уделим внимание, большое внимание это простым элементам. Как футбольным, так и волейбольным. Ничего личного, да, технику. Мы отдыхали, давно мяч не трогали. Сейчас можно подрихтовать технику. Делят другое упражнение, делаем как бы. Футбольчик. Ножками работаем, учимся. Видите, как мы ровно это все делаем. Даже получается нога. Ноги развиваем. Активность там. Движение. 7 августа. Пока младшая группа тренируется, старшие пришли бегать на мероприятия Лиги дворовых чемпионов. Кросс, 3 возрастные группы. 9, 11, 300 метров, 200 метров бегут. 12, 14, 300, 15, 16, 500 метров бегут. Погода, конечно, не очень нас радует в августе, но ничего. Карина, готова бегать? Может, мы победим, откуда? Бежите, поворачивайте, флаги там стоят до первого поворота. Прибегайте вот до этого асфальта, вот видите, флаги стоят. И здесь вот возле того столба у вас будет финиш. Это 200 метров, кто бежит. Все ясно? Сейчас мы там линию начнем. Готовимся к старту. Уже первый забег сейчас будет делать. У нас Ева в первом забеге, Руда в первом забеге, Камила и Ирина. Ноги за линию! Ева, блин! Давай, старт! Побежали! Давай! Камила!
пруда. Давай, 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 давай. Первая. Тихо, ловите. Вторая. Уже второй забег готовится. У нас в первом забеге пруда Татьяна приезжала. Вторая. Сейчас у нас в втором забеге Ульяна и Оля. Легкая атлетка. Давай, давай. Вторая. Хорош. Ты чё не двигаешься? И третий забег у нас почти все наши. У нас здесь Арина, Карина, Лена, Маша. Третий забег. В втором забеге у нас Оля вторая прибежала. Третий забег у нас Арина Князева, Маша вторая, Карина третья, четвертая. Если бы мы с тобой бежали, то бы меня не было. Вот у нас забег. Только да, ты это, слушай, слишком быстро не беги, ты их пожалей немного. А ты что, сама Ашенка упадет, а потом? Забег 15-16, у нас из девочек одна Ксюша оказалась, оказывается. И решили, что она побежит сейчас с мальчиками. Так, на первом повороте. Все, готовы? Ксюша сейчас побежала, побежала, побежала. Вон там Ксюса бьет одна. Ксюса. Давай, назад смотрит. Давай, 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 давай. Седьмая. Молодец. Ну, могла догнать парня впереди. Хорошо. Точно в гол прибежала. Так, подошли. Место наслаждается Байбаков Си. Байбаков. Ксюш, что как быть победителем? В забеге, где ты одна. Это хорошо? Был. Да какой даже никто не записывал, ты всего ты там одна была. Никто не пришел больше в твоей возрастной группе. Мы боялись просто меня. Просто Ира маленькая, конечно, в ноябре родилась. Захаляла, побежала с детьми 12-летними. Ну что, как? Нормально. Утром побегали, сегодня вечером уже мячики потрогали. Теперь тележки гоняем. Да я не хочу говорить. Почему? Ничего. Нет. Дебильное упражнение, ненавижу. Вообще ненавижу. Слушай, как? Дарья сказал, что это дебильное упражнение, и ей не нравится. Ты как к этому упражнению относишься? Ну, к отжиманиям и прыгать это сложно. Сложно? Теперь ваша очередь. Давай, улыбайся. Закончилась тренировочка. Что-то освещение у нас. А ты зачем играешь на коллеге? Не хватает. Мы кое-что делаем. Флеш-интервью. Че, как там, Ксюша? Дела? Ксюша. Здрасте. Очень ты... больно! Дяряд, что-то как-то это слабо, потому что даже никаких эмоций. Мне кажется, ты ей просто шею жмешь. Ну-ка упрись в эту спинку. Ровно сиди. Как его твой? Больно! Больно! Так, а ну-ка сделали ей больно. Не надо. А то она драматизирует. Вот это похоже. Оля, убери быстро. Ничего не убирай быстро. Ногу давай, 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 ногу. Держи, держи, держи. Девочка, расскажите,
вкратце, что, как тренировочка прошла? Хорошо, но концовка так-то не очень. Тележки делали. Тележки делали? Ужасно. Ну да, у тебя получалась тележка? Да. Ну тогда еще та тележка. Тележка. Ты вырастешь. Чего мы сидим, дамы? Я Ульяна сижу. Ульяна? Хорошо, ты тянешь. Что, давайте, как тренировка-то прошла? Мы сейчас да. Еще уходите? Тележки нет. Очень классно было, а вот потом нет. Что нет? Что тебе не понравилось? Ну вот эти вот. Эта камера плачет, давай поплачьте. Что тебе не понравилось? Ничего. Сложно было тренировка, что ли? В конце, да, очень. Ну это же как бы сборы. Момент взгляд. Давай я, ну тогда сразу сборами заниматься прям вот. В смысле, а мы чем занимаемся? Мне не нравится русский язык, вот не нравится. Вы же из русский язык. Вы сказали, что это плачет. Дарья, ты расскажи, ты как опытный игрок, как тебе подготовка к сезону? Ну так девочка нас растягивает. Что-то случилось с тебя? Птичку жалко. Да, таракана убили. Он всегда был